SkyCard. Стирай билетики и выигрывай. Здесь ты можешь заработать быстро и легко, без каких-либо трудностей. Выбираешь режим и начинаешь стирать карточки. Стер одинаковые? Получил свои деньги. Также есть режим битва, где ты можешь поиграть с другими пользователями и попытать удачу. Здесь моментально выводятся деньги на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Переходи по ссылке снизу и зарабатывай вместе со SkyCard. Господин Добряков, приветствую вас. Всем доброе утро, друзья. О, Леха, привет. Привет, Леха. Ну, говорим, нет, или молчим? Я говорю. Ты меня не слышишь? Я не слышу тебя. Сейчас, подожди, еще раз наберу. Сейчас еще раз. А где Леха? Вот. Слышно теперь? Да. Ну как ты? Блин, у тебя... Потихоньку. Как ты, Лёха? Как ты? Блин, вот что-то со связью, я не понимаю, или ты едешь, там у тебя плохо, или я сижу, блядь. Москва, старик, я еду в пробки просто, тоннель. Я понял тебя. Как, покажи за окном погоду, покажи. Природу покажи. Природу покажи. Да. А я в кафешке пока, мы сейчас будем на природе скоро, пока, блядь, просто вот так. Старик, вот не это зеленка. Нечего показать. А? Хотя бы зеленый листик покажи какой-то. На, вот. Вот. Я могу так сидеть. Ты в Москву когда? Послезавтра. А, все у тебя. А я думаю, что ты грустный такой. Это возвращение. Да. Ты как? Ну, заезжай. Заезжай в гости. Мы с тобой хоть вот так увиделись, да? То я все хочу хотя к тебе вот приехать. Я жду тебя в гости. Ты приедь просто и все. Я свое лицо уже держу, видишь? Приезжай. Сколько напрашивать тебе? Не, ну я понимаю, ты как бы вообще... Ты молодец, я пиздец как рад вообще всему, что у тебя происходит. Это взаимно, брат. Взаимно. У меня происходит, ты рад. Я понял, что это не очень шутка, слышишь? Рад за счет того, что у тебя происходит, а потом вспоминаю. Я хотел сказать, что тоже рад за все, что у тебя происходит, но вспомнил, что тебе люлей наваляли, это будет звучать не очень. Ты что мне показываешь, я при чем? Ну давай, приезжай, повидаем, Серег. Приезжай, повидаем. Да, я очень хочу, я соскучился по тебе, старик, пиздец. Я тоже. Обнимаю. Все, последних дней хорошего отдыха тебе. Обнимаю, Люк. Давай, обнимаю. Спасибо, дорогой. Давай, на связь. Обнимаю, Люк. Такая вот история. Блин, кайф, что
нету ни снега в Москве, ничего. Если бы такая была зима, это бы было просто супер. Посмотрите, просто сухо, бесконечно сухо. Так, сейчас мы посмотрим, кто еще с нами на связи. Всем привет, привет. Всем, кто не в курсе истории с этими кричащими добряком в самом Алишма, с этими кричащими роликами, которые записывают, просто диалог, ответ Шершин. Кто не в курсе, кто такой Шершин, посмотрите в ленте, там есть ролик. Я думаю, что сегодня Шершин должен ответить. Потому что Шершин не оставит это просто так без внимания. Такой выпад про театр кукол в голове. Там, это будет просто развод. Так что я вас всех обнимаю. Всем хорошего дня. Я на голос еду. Все, обнимаю. Пока.